В настоящее время на смену импортным товарам приходят отечественные. Подмосковные власти уделяют большое внимание и оказывают всестороннюю поддержку малому и среднему предпринимательству. В Видном состоялся форум «Путеводитель по бизнесу Московской области». На нем обсудили вопросы, связанные с выходом российских организаций на иностранный рынок. Мы проводим серию из бизнес-мероприятий. Запланировано до конца этого года провести 10 мероприятий. Вот это третье. Мы постараемся осветить, рассмотреть различные вопросы, с которыми сталкивается бизнес при внешнеэкономической деятельности и, в частности, при экспортной деятельности. В мероприятии приняли участие предприниматели, производители товаров и услуг, представители госструктур, деловые и некоммерческие организации. Проект призван объединить усилия компаний, а также есть возможность получить достоверную информацию по продвижению товаров, узнать о мерах государственной поддержки. С докладами выступили представители из разных сфер. Инструменты, связанные с поиском партнера, с участием в международных выставках, как и в бизнес-миссиях, различного рода субсидии, финансовые меры поддержки, это закрытие политических и коммерческих рисков, это привлечение льготного финансирования под экспортные контракты. Вот, соответственно, о этих всех мерах мы сегодня как раз поговорим с участниками сегодняшнего мероприятия. Руководители производственных компаний и предприятий отметили значимость таких встреч. Подобные мероприятия очень важны для предприятий Московской области. Выход на экспортные рынки – это непростая задача. И информационная поддержка, а также поддержка подобными мероприятиями позволяет ускорить этот непростой путь. Экспорт отечественной продукции за рубеж является одним из приоритетных направлений экономического развития России. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.